Привет! Возможно, ты давно искал качественные и очень реалистичные маски для вечеринки и не знал, где такие найти. Тебе очень повезло. Именно для тебя я сделал подборку масок для Хэллоуина с сайта AliExpress. Первое место в моем топе масок с сайта AliExpress я отдаю силиконовой маске коня. Такая маска есть у одного из моих знакомых, и она радует его уже второй год подряд. Цена на маску лошади на данный момент $8.74. У этого продавца есть несколько видов масок. Маска коня очень популярна, она отлично подойдет для веселой и шумной компании. Маска «Голова свиньи» из фильма «Пила». Тут представлена маска свиньи со свисающими волосами и разложением кожи. Цена $10.70. Вот еще одна маска из фильма «Пила». Хотя это даже не маска, а лицо небольшой куклы. Маска имеет увеличенные надбровные дуги, большие скулы и щеки с нарисованными спиралями. Все в сумме выглядит пугающе. Маска зомби. Маски мертвеца чаще всего встречаются на улицах на день Хэллоуина. Многие предпочитают именно этот образ. Цена маски $5.70. А вот и еще одна маска клоуна, если ничего не выбрали из предыдущих. Если хотите быть на вечеринке самым жутким персонажем, то смело покупайте себе маску клоуна. Цена маски $9.74. Маски клоунов из сериала Payday. Если вы фанат этого сериала или игры, то вам обязательно нужно приобрести одного из ваших любимых персонажей. Они самые недорогие из всего списка. Пусть будут у вас на случай Хэллоуина. Маска Джокера. Фильм «Темный рыцарь» 2008 года, где Джокера играет Хит Леджер. Очень популярный в свое время образ. Я лично считаю, что лучше Джокера ни до, ни после еще не был. Маска из силикона с прорезями для глаз. Цена $12.18. Пока искал маски на AliExpress, наткнулся на вот это чудо. Маска комиссара Рекса. Так что если вы любите собак, особенно овчарок, или тащитесь от сериала про Рекса, то выбор маски для Хэллоуина просто очевиден. Цена $11.69. Маска льва. Материал маски силикон. В ноздрях и пасти есть прорези, через которые можно смотреть и спокойно дышать. Маска вампира. На мой взгляд, одна из самых реалистичных масок во всем топе, поэтому она мне понравилась больше всего. Стоит дороговато, но если у вас случайно завалялся 21 бакс, то почему бы и нет? А какая маска понравилась тебе? Пиши в комментарии под этим видео. Ссылки на все маски из этого ролика оставлю в описании. Ну а если ты досмотрел этот ролик до конца, то поставь лайк, если оно тебе понравилось.